Экскурсия до маяка на косе 1500 рублей. На лиман в два раза дороже. Только непонятно, на чем. На пляже один верблюд. Водители квадроциклов, испугавшись рейдовой группы, ретировались. 5 кругов на багги. Заботливый папа катает дочку, не подозревая даже, что документы на машину есть, но не зарегистрированы. Нарушителям выписали штраф. Напоминаем анапчанам и гостям курорта еще раз. Прокат квадроциклов на пляже запрещен. Разрешено в специальной зоне на Чембурке по закону и соблюдая правила и технику безопасности. Необходимо задумываться о своей безопасности и безопасности своих детей. Еще один аттракцион экзотики – птицы. Священная птица индусов – павлин и попугаи. Хозяин настойчиво предлагает сфотографироваться. Больше не будет. Еще одно нарушение – ни в какие рамки парковки не лезет. Автомобиль припаркован на газоне. На площадке места не хватило. Рейды межведомственной комиссии будут проходить каждый день, так что ни одному нарушителю не удастся скрыть свою незаконную деятельность. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.